К другим темам. 30 предприятий Саратовской области выпускают продукцию, обогащенную микроэлементами, витаминами и клетчаткой. В списке хлебокомбинаты, пекарня, молокозаводы, две кондитерские фабрики. Тем не менее, в меню жителей области не хватает полезных микроэлементов, считают сотрудники регионального Роспотребнадзора. В Саратовской области принята концепция здорового питания населения на период до 2020 года. Среди ее основных задач – производство диетических продуктов, совершенствование питания на предприятиях и в детских учреждениях, информированность населения в вопросах здорового питания. В соответствии с концепцией, в школах области реализуется программа «Разговор о правильном питании». В магазинах появились специальные полки для обогащенной продукции. Особое внимание уделяют и соблюдению прав потребителей в сфере общепита. К одному из предприятий общепита было подано 12 исковых заявлений. Группа лиц была на банкете и произошло отравление. Все иски были удовлетворены, Роспотребнадзор помог, людям возмещены были убытки.